И еще во сне я почувствовал, что кто-то сидит у меня на спине. Я проснулся, обернулся, вижу, на спине сидит собака. Сидит, улыбается, зубами скалится, готовится к броску. Я поднес пистолет к ее виску. Она совершает бросок. Я спускаю курок. Выстрел, вспышка. Замерла даже пробегавшая мимо мышка. На пол падает остывающая тушка. Я лег на подушку, лег и расслабился. Фух, я справился.